канун Международного женского дня в Староскольской администрации чествовали лучших представительниц слабого пола. 100 самых успешных в профессии, активных общественниц, заботливых мам и бабушек принимали поздравления от первых лиц города. Среди награжденных женщины – директора, врачи, воспитатели, учителя, секретари, предприниматели, экономисты, фермеры и журналисты. Есть в списке лучших и представители агропромышленного комплекса «Промагро». Марина Доренская на мясоперерабатывающем заводе трудится уже 10 лет. Прошла путь от бойца скота до начальника убойного цеха. Марина Александровна – образец истинного трудолюбия и женственности. В администрации вообще впервые, но очень приятно вообще-то быть выбранной, увиденной. И окунуться в эту празднику, в эту ауру праздника, вообще очень приятно выслушать слова мужчин и женщин, которые здесь поздравляли. Очень приятно, я даже не знаю, столько эмоций, столько вот прям наплыва такой энергии. И праздничное настроение прям ощущается, независимо от того, что на улице идет снег. Сотни лучших и успешных корреспондент отдела новостей 9-го телеканала Оксана Шиманович. Вот уже 7 лет наши телезрители ежедневно слышат ее голос за кадром и видят в роли ведущей прогноза погоды. У нас мир современный обязывает успевать везде и быть где-то наравне с мужчинами, хотя исторически должно быть наоборот, но так складывается, что мы и на производстве, и дома, и везде в основном женщина, как сегодня правильно сказали, направляет. Приятным бонусом к успешности и признанности стали тюльпаны и подарочные сертификаты. Ольга Шалыгина, Евгений Левошко, Денис Остапенко, 9-й канал.